сегодня в Екатеринбургском развлекательном комплексе «Дом печати» пройдет вечер профессионального бокса. В программе спортивного шоу 10 боев, 2 из которых титульные. В одном из главных поединков вечера за пояс чемпиона Евразии по версии WBC в полутяжелом весе на ринг выйдет чебоксарский файтер Константин Петернов. Подробности нам расскажет спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В 33 года волжский казак, именно под этим ником выступает боксер-профессионал Константин Петернов, уже имеет в своем послужном списке титулы. Чемпиона России в суперсредней и полутяжелой весовых категориях, двукратного чемпиона боев на выживание «Tough Fight». Однако воспитанник столичной школы бокса имени олимпийского чемпиона Валериана Соколова мечтал добавить к регалиям и статус победителя по одной из версий всемирных боксерских организаций. Шанс побороться за титул чемпиона Евразии по версии Всемирного боксерского совета представился весной этого года. Бой прошел в Берлине. К сожалению, решением судей победа была отдана хозяину ринга Сердару Сахину. Поражение укрепило чебоксарцев в уверенности попытать свое боксерское счастье во второй раз. Я, прежде всего, доказываю сам себе, что я еще могу, у меня еще есть потенциал. И, естественно, мне это нравится, я не могу без этого. Я всю жизнь отдал боксу 25 лет. И поэтому... Видимо, организм требует какой-то психологической нагрузки. Вот. Поэтому бокс – это моя жизнь. Подготовку к поединку за титул чемпиона Евразии Константин проводил в стенах родного динамовского зала. И, как утверждает спортсмен, победный дух «Альма-Матер» чувашских боксеров помогал преодолевать психологические сомнения и физические нагрузки. Сегодня в Екатеринбурге его соперником будет россиянин Василий Лепихин. Уроженец Челябинска на 2 года моложе своего визави. К тому же в активе Василия титулы чемпиона России и обладателя поясов победителя по версиям Паназиатской боксерской ассоциации WBC и регионального чемпиона WBO. Так что пожелаем Константину удачи в ринге Екатеринбурга. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.